Всем большой привет! Рада вас видеть на своем канале. Сегодня я приготовила для вас очередное видео. Надеюсь, оно будет интересным. Оно будет посвящено покупкам, которые я приобрела в магазине Росман, а также небольшой заказе, который я сделала на сайте AliExpress. Ну, давайте начинать сначала с магазина Росман. Своей самой младшей доченьке в магазине Росман я купила вот ее любимый гель для душа. Хоть и написано «лимитированная коллекция», продается он уже больше года. Ну, в общем, здесь у нас получается 300 мл и стоит он 79 центов. Очень она его любит, очень он ей нравится, у него такой приятный запах, очень густой, хватает надолго, и поэтому я ей всегда его покупаю. И купила вот такой шампунь, здесь у нас тоже 300 мл и стоит он ОРА 49. Такой шампунь перламутровый, тоже достаточно густой. Он, значит, у нас идет с протеинами шелка, не вызывает слез, не вызывает раздражений. И благодаря ему очень хорошо расчесываются волосы. Никак наша дочка не может перейти еще на наш шампунь, поэтому приходится покупать еще детские шампуни ей. Хотя у нее длинный волос, и иногда вот этот шампунь уже не очень хорошо промывает. Но все-таки она предпочитает вот этот детский шампунь еще. Ну ладно, может быть, последняя баночка, а может еще и нет. Своему мужу я купила вот такой шампунь от фирмы Head & Shoulders. Значит, у нас здесь тоже 300 мл и стоил он 3,75. К сожалению, в этот раз не было на него скидки. Мне пришлось покупать за полную стоимость, потому что у него уже закончился, а он моет голову только вот этим шампунем. Ну, конечно, может там помыть нашим, но все-таки он предпочитает вот этот шампунь. Я этим шампунем мою очень-очень редко. Мне кажется, что он пересушивает кожу головы, поэтому этим шампунем пользуется только муж. Я покупала в прошлый раз ему лимонный, и там было 400 мл. В этот раз я взяла попробовать какой-то новый, такого у нас еще не было. Он идет с экстрактом чайного дерева. Пускай он попробует и потом скажет, понравился он ему или нет. Вообще его любимый с лимоном, но думаю, пускай попробует что-нибудь новенькое. Ну, в принципе, такой же цвет у него, как у лимонного. Ну, в общем, вот такой шампунчик с экстрактом чайного дерева. Но, кстати, чайным деревом он совершенно не пахнет. Он пахнет типично, как пахнут все шампуни этой фирмы. Что лимоны, что яблочные, мне кажется, они пахнут все одинаково. Следующее, что я купила, это вот такой освежитель воздуха от фирмы Airwick с экстратом белой лилии, свежей лилии. Ну, на картинке вроде как петунья нарисована, по мне так. На лилию совсем не похоже. Ну, в общем, здесь у нас 250 мл и стоил он по скидке 3 евро 77 центов. Кто смотрел мое видео, знает, что я недавно купила вот такой приборчик, который автоматически освежает воздух через каждый промежуток времени, через 20, через 30 минут, сколько вы выставите. И именно вот этот вот освежитель воздуха я купила, чтобы заменить вот этот, у меня вот этот уже закончился. Кстати, я покупала дешевый от фирмы Домоль, и мне он совсем не понравился. Она что-то вообще плохо справлялась со своей задачей. Поэтому я решила взять вот такой, потому что я знаю, что вот этот точно классно работает и долго держится у него запах. Сейчас я сразу его поставлю. Вот, мой приборчик готов снова к работе. Следующее, что я купила, тоже какая-то новинка, такого у меня еще не было. Это лак для волос от фирмы Schwarzkopf, та в три погоды, но он идет объем и свежесть. И вот здесь вот даже такое написано, что технология свежего эффекта. Здесь у нас 250 мл и стоил он по скидке ОРА 39. В общем, сила фиксации у него стоит троечка. Написано, что он не склеивает волосы и предназначен для быстро жирнеющих волос. Ну, в общем, посмотрим, понравится он мне или нет. Но вообще, вот из линейки ТАФ мне нравятся вот именно вот зелененькие. Мне кажется, они самые удачные. Тоже посмотрю. Такого у меня еще не было, я еще раз повторяю. Насколько он будет на самом деле освежать волосы, насколько он будет хорошо фиксировать волосы. И потом обязательно оставлю свои отзывы. Для наших попугаев купила вот такие лакомства. Здесь 4 штучки, стоили 59 центов. И наши попуги очень сильно любят вот эти вот косички. Для нашего котика купила тоже маленько другой корм. Он в основном у нас есть только Вискас, Вискас, Вискас. Но в этот раз я решила маленько проэкспериментировать и взяла ему другую марку от фирмы Винстон. И здесь у нас 800 грамм. Он предназначен именно для кастрированных и стерилизированных котов. И стоил он 2,49. Не знаю, конечно, понравится ему или нет. Но все-таки должно быть какое-то в жизни разнообразие. Что он все время этот Вискас ест? Ну вот не знаю. В общем,
Поэкспериментируем, посмотрим, будет он его кушать или нет. А, персик спит, даже не знает, что ему тут лакомство купили. На, персик, держи, ты заслужил. Держи, заслужил. Не хочешь? А что ты откидываешь? Зачем ты откидываешь? Я тебе купила, на. На, кушай. О, ты зачем додвигаешь, персик? Это что за дела? На, я тебе говорю, на, кушай, кушай. Ты вернулся? Ну вот так вот, я старалась, покупала, выбирала, а ты даже не смотришь, да? Вискас тебе подавай, только вискас. Персик, на, кушай, кушай, малыш. Будешь здоровым котом, кушай. Куда собрался? Куда собрался? Персик, ты куда собрался? М? Наглая рыжая морда. А? Ну, в общем, вот такой корм я купила нашему персику. Купила фильтры для кофе. Здесь у нас 100 штук. И стоили они 69 центов. И я покупаю всегда белые. Кто смотрел мое видео, я уже говорила, что мне как-то больше нравятся белые. Вот так вот они выглядят внутри, кто не знает. И вот сюда вот внутрь насыпается кофе и варится. Следующее, что я купила, это вот такой чай от фирмы Teakana, Shankun Fit. Здесь у нас 20 пакетиков и стоил он 2,49. Это, наверное, уже моя третья пачка. Мне он очень нравится. Кстати, моя старшая дочка тоже его постоянно пьет. В общем, это такой травяной чай, в котором добавлено мате, крапива, мята, листья ежевики и мелисса. Так вот он открывается. И вот так вот он выглядит внутри. И каждый пакетик индивидуально запакован. Вот такой вот чай. Ну и сразу покажу, что в магазине Нетто я купила вот такой вот чай. Это у нас голубика и ваниль. Стоило 85 центов. Открывается вот. Вот так вот выглядит внутри. И еще купила вот такой вот чай в магазине Нетто. Тоже 20 пакетиков, стоили 85 центов. Вот не поверите, три коробки чая, эти вообще от одной фирмы, открываются все по-разному. Это через всю коробку наверх. Это открывается просто наверх. А это вообще непонятно, как открывается. А это открывается вот здесь сбоку. В общем... И вот здесь вот такие пакетики. Это вот эти фруктовые я купила. Девчонки по утрам пьют и в школу берут. А вот это я купила себе. На этой неделе фирма Velmix Sport делала распродажу 20% на все свои продукты. И я купила вот такой жидкий L-карнитин. На самом деле, по-моему, он стоил 2,99. Но так как сейчас скидка 20%, я купила его за 2,39. Это такой жидкий L-карнитин с высоким содержанием витамина В6, В12. И когда я хожу на спорт... Я всегда его пью либо до, но в основном после того, как я позанимаюсь спортом в фитнес-студии. В общем, здесь у нас вот такие вот 7 ампул. Вот так вот они выглядят внутри, очень удобно. Открыл ампулку, выпил и выбросил. Ну, я думаю, многие знают, что именно этот L-карнитин – это такое особое вещество, которое повышает скорость метаболизма жиров в организме. Он также активизирует процесс сжигания подкожного жира и помогает перерабатывать жировые клетки в энергию. И учитывая все эти свойства, многие тренеры, многие спортсмены рекомендуют употреблять его, чтобы избавиться от лишнего жира и привести свой вес в норму. И также недостаток его в организме зачастую служит причиной избыточной массы и ожирения. И я взяла сразу две такие пачки. И очень приятно его пить, у него такой апельсиновый насыщенный вкус, и брать с собой на спорт. Ну и раз мы уже заговорили о здоровье, то я купила еще вот такие вот витаминчики. И здесь у нас по 20 таблеток, это браузер таблетки, которые кидаются в воду, и в воде они растворяются. Одни вот такие со вкусом голубики и лаванды. С витаминами А, С, Е и селеном. Стоили они 99 центов. И вторые витаминчики, это вот такие бьюти, они стоили подороже, ойра 49. И здесь написано, что лимитированная коллекция. И они содержат биотин, витамин А, ниацин. И они идут со вкусом огурца, лимона и мяты. И, конечно же, мы сейчас их попробуем. Я приготовила 2 стаканчика. Мне очень интересно, что это будет за вкус голубики и лаванды. И, конечно же, что будет за вкус
огурца, лимона и мяты. В общем, эти таблетки нужно растворять на 200 грамм воды. И я всегда беру минеральную воду, а не простую воду. Мне кажется, так вкуснее. Ну, в общем, вот так вот выглядит таблетка. И очень сильно пахнет она ягодой. Лавандой пока не пахнет. Вторая таблетка выглядит вот так и пахнет какой-то травой. Ну, сейчас посмотрим. Тоже окажется вкуснее. Подождем. Мне кажется, вот этот будет, конечно, поприятней. Но зато этот пополезней. Дизибиотин, витамин А, ниацин. Ну, в общем, сейчас посмотрим. Вы слышите, как оно журчит? Так, ну этот, по-моему, уже готовый. Да, вот этот уже готовый. Пробуем. Очень приятно такой. Ягодный вкус, и лаванда в нем совсем не чувствуется. Чувствуется именно вкус голубики. Так, ну теперь вот этот. Ну вот этот, мне кажется, мне меньше понравится, но зато я, как говорю, он полезней. Да, тоже, в принципе, неплохой у него вкус. Ну такой у него лимонно-мятный, больше лимонный. В принципе, я ожидала худшего. Не, вкус такой приятный, особенно если жарко, если летом, то за милую душу вы выпьете такой, он очень освежающий напиток. Ну, в общем, вот такие вот таблеточки, вот такие вот витаминки. Если кто захочет, в магазине Росман 99 центов с голубикой и Ора 49 бьюти. Ну, не забывайте, что здесь написано, что лимитированная коллекция и может продаваться короткое время, так что успевайте, кто хочет. И последнее, что я купила в магазине Росман, это вот такие вот косметические диски. Мне нравится больше всего эта фирма, эта марка. И здесь еще шли 20% в подарок. И стоили они Ора 25. И когда я их покупала, вспомнила про тебя, Алина. Алина, тебе большой привет. Как же тебе повезло, что тебе так много их прислали. Это самые, мне кажется, классные косметические диски, которые только существуют. Не знаю, по мне, так вот они самые лучшие. Ну вот, в принципе, и все. Это был у нас магазин Росман. Но я еще говорила, что я сделала небольшой заказ на сайте AliExpress. И первое, что я заказала на сайте AliExpress, ссылки я оставлю себе в инфобоксе, это вот такое мыло, которое содержит бамбук и древесный уголь. Оно полностью черное и предназначено для лечения угрей, а также увлажняет кожу. Оно подходит для всех типов кожи. Ну и свойства этого мыла, оно отшелушивает мертвые клетки, придает коже матовый вид, убирает темные круги под глазами, убирает черные точки, жирность кожи, мелкие морщины, сужает поры, питает, увлажняет и не содержит химии. Микрочастицы бамбукового угля повышают тонус кожи, насыщает его всеми необходимыми минеральными веществами, а также поддерживает естественный водный баланс кожи и замедляет ее старение. Для получения лучшего результата нужно прям с этим мылом массировать свое лицо, а потом смыть теплой водой. Вот так вот оно выглядит внутри, полностью черное. У меня уже такое было полгода назад, уже закончилось, и я решила заказать еще, потому что мне это мыло очень-очень понравилось. На самом деле оно очень хорошо выбеливает лицо и осветляет черные точки. И я осталась им довольна, и поэтому решила повторить свою покупку. Несмотря на то, что оно такое маленькое, здесь всего 40 грамм, но его, в принципе, хватает надолго. Можно также мыть им и тело, где вот спина бывает, знаете, проблемные зоны. В общем, вот такое вот мыло. И следующее, что я заказала, это уже у другого продавца. Тоже ссылку я оставлю у себя в инфобоксе. Это вот такие вот малышки, сыворотки для лица от фирмы Lanbena. И здесь в каждой сыворотке по 15 мл. Они такие небольшие. Вот так вот они все запакованы. И сейчас мы откроем, посмотрим, как они выглядят внутри. Вот так вот это все выглядит внутри. Здесь они прям сделали, как будто бы золото плавает, но это, конечно же, просто они сделали. На самом деле это золото не увидишь невооруженным взглядом. Это вот такая вот беленькая, достаточно густая. И вот с витамином С она такая желтоватая. Ну вот так вот она выглядит внутри. Такого, правда, желтоватого цвета, достаточно густая. И вот так вот она очень хорошо впитывается.
Запаха у нее практически нету, вообще без запаха. Вторая. Тоже достаточно густая, даже гуще, чем та первая. Такая чуть-чуть соплевенькая. Это которая идет с улиткой. Тоже почти нету запаха. Но в этом бутыльке почему-то совсем мало сыворотки. Эти налиты до горлышка, а это почему-то не до конца. Ну, не знаю. Все, в принципе, было запечатано, поэтому не знаю почему. Ну, посмотрим эту. Ну, тоже такая приятненькая она по текстуре. Ну, теперь вот эти вот частицы золота будут блестеть на руке. И тоже она идет совершенно без запаха. Ну и немного расскажу о этих сыворотках. На сайте написано, что вот эта вот сыворотка разработана на основе пептидов и имеет аналогичное действие ботоксу, но более мягкое. А также способствует синтезу коллагена, разглаживает морщины и дает превосходный результат. Вот эти пептиды очень быстро проникают в глубокий слой кожи и пополняют потерю коллагена, отбеливают, увлажняют кожу, питают, разглаживают мелкие морщины, гусиные лапки, подтягивают, уплотняют и укрепляют кожу. Про вторую сыворотку с витамином С написано, что он очень хорошо проникает в кожу, растворяет меланин, устраняет свободные радикалы, удаляет шрамы от угревой сыпи. Витамин С – мощный антиоксидант, нейтрализует свободные радикалы, делает кожу упругой, эластичной и повышает метаболизм кожи, ускоряя ее обновление. И здесь также добавлена гиалуроновая кислота. И вот эта последняя сыворотка, которая содержит гиалуроновую кислоту, экстракт улитки – при регулярном применении обновляется, регенерируется кожа, уплотняется благодаря восстановлению синтеза коллагена, исчезают морщины, стабилизируется водно-жировой баланс и сужаются поры. Ну, в общем, вот такие вот три сыворотки мне пришли. Конечно, вот это меня маленько смущает, почему она не полная. Но вы видели, все было запечатано, все было запаковано. Ну, в общем, я посмотрю, потестирую и потом, конечно же, оставлю свои отзывы, понравились они мне или нет, стоит их заказывать или нет. Так что не пропустите мои следующие видео, где будут про пустые баночки и мои отзывы, мои рассказы. Ну вот, в принципе, и все мои покупки, все мои новинки. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, вы досмотрели это видео до конца. Не забудьте подписаться на мой инстаграм. Не забудьте поставить лайк. Мне будет очень приятно. Всем хорошего времени суток. До следующего видео. Пока-пока.